Президент Украины предложил лидеру оппозиции Арсению Яценюку пост премьер-министра. Последний заявил, что готов принять предложение, но с условиями. Это в первую очередь освобождение каждого оппозиционера, амнистия, отмена законов, принятых 16 января, и новая конституция. А главное, Украина повернет в сторону Европы. Сейчас известно только, что Янукович согласился изменить основной закон страны и готов создать рабочую группу для перехода к парламентско-президентской республике. В это время в центре Киева около 200 силовиков наконец вышли из украинского дома. Его радикально настроенные участники беспорядков осаждали всю ночь. У здания на Европейской площади, в котором разместились сотрудники правоохранительных органов, собрались несколько сотен человек. Они разбили окна и бросали в них петарды. Силовики в ответ поливали участников штурма водой. В итоге демонстранты позволили представителям правоохранительных органов покинуть здание.